Здравствуйте, мои дорогие и любимые зрители! С вами Регина из Италии, из прекрасной Флоренции. И сегодня я в аутлете Барберино ди Моджелло. Сделаю вам немножко обзор и посмотрим сейчас, куда зайдем. Но прежде чем, как вы начнете обзор, попрошу вас подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка в описании под видео на YouTube, либо в закрепленном комментарии под видео. А также хочу вас предупредить, что мошенники дублируют мой телеграм-канал, и я вынуждена всегда вам об этом говорить, что мой канал называется «Регина Надежный Байер в Италии». Заказы принимаю исключительно только на номер WhatsApp. Номер WhatsApp вы найдете в описании под видео на YouTube, либо в закрепленном комментарии. Заказы я не обсуждаю, и цены тоже не обсуждаю на телеграм-канале, чтобы избежать мошенников. А сейчас я вам желаю приятного просмотра. Сейчас я хочу зайти в Эрика Кавалини. Я никогда не делала здесь съемки. Сейчас зайду, покажу вам, что здесь есть интересного. А также есть у них бренд Liviana Conti. Вот такая вот витрина. Уже осенняя коллекция. Давайте зайдем уже и посмотрим, что у них есть и какие цены. Я всегда показываю все, что здесь висит, по порядку. Времени немного, но тем не менее покажу. 153 евро вот такое вот красивое платье. Это уже осенняя коллекция. Сразу скажу, что впервые делаю съемку у этого бренда Liviana Conti. Качество мне очень сильно понравилось, потому что здесь в основном все шерсть. €116 стоит это платье. €177. Состав этой кофты 100% шерсть. Качество, еще раз повторяю, очень хорошее. €104. Это платье в данный момент не из натуральной кожи, это под кожу. €182 стоит это платье. Оно очень мягкое. Ощущение, как будто настоящая натуральная кожа, но все же это под кожу, темно-шоколадного цвета. Это точно такие же брючки, как я вам показала до этого, только желтого цвета. €121. Еще раз напоминаю, что это цены аутлета, потому что в оригинале они стоили дороже. 80% шерсть этого свитера. Эти брюки достаточно широкие. €188. Вот так немножко я вас ознакомливаю с брендами. €127 стоит этот свитерок. И также такие же штанишки, как я вам показывала, желтого цвета. Очень приятный материал. €129. Я стараюсь смотреть состав. Я не могу посмотреть все полностью, но по возможности я смотрю. 100% шерсть. €156. Thank you.
К сожалению, цена не указана, но если вам вдруг понравилось и в целях приобретения, спрашивайте. Еще одно платье, тоже не из натуральной кожи, но очень мягкое, приятное. 153 евро. 234 евро стоило это платье в оригинале. Изначально. Вот такие вот штанишки шерстяные. Сто процент шерсть. 168 евро. Двести двадцать евро. Мне сказали, что какие-то модели есть не кожаные и какие-то сумки из натуральной кожи. Четыреста тридцать пять и 283 евро сейчас стоит эта сумка, и это натуральная кожа. Вот такая вот сумка. Чуть позже я покажу вам, есть еще и в других цветах. Вот такая вот сумка поцелуй. 123 евро сейчас она стоит, 188 она стоила изначально. Вот такие вот длинные сапожки. К сожалению, стоимость я не могу вам сказать, так как я сама не увидела. Еще одна сумка. Достаточно такая вместительная, объемная, элегантная, с фермуаром. Видите, да, какой замочек поцелуйчик. Сто восемьдесят евро, 276 евро она стоила изначально. Двести двадцать евро. Это натуральная кожа. И мы продолжаем. Очень красивый цвет, яркий. 129 евро. Обратите внимание, вот такие вот брюки. К низу они широкие. Немного укороченные. Это все Левиана Конти. В данный момент я вам показываю. 123 евро эти брючки. Вот такая вот кофта. Интересно, она вот так вот пошита. 107 евро. Сто восемьдесят евро.
И хочу сказать вам, что это за состав. 68% вискоз и 27% полиамид. Такое вот платье тоже, оно не из натуральной кожи, но, еще раз повторяю, очень мягкое и приятное. Присутствует подклад. Это платье из натурального хлопка, 160 евро. Такие брючки я вам показывала в других тонах. Ну, как вы поняли, здесь такие бежевые белые тона. 121 евро стоят эти брючки. Следующее вот такое вот платье. Цвет очень приятный. €121 стоит это платье. Сейчас я хочу показать вам представленные здесь сумочки от Liviana Conti. Вот такая вот маленькая сумочка. 123 евро. Сумка в форме ведерка. Ну а на мой взгляд, что достаточно удобная модель. Она вот мятного цвета. Я вам говорила, что вот такая сумочка есть в других цветах. Я вам показывала черного цвета до этого. Это бежевый цвет. И также есть желтый цвет. €450 стоило, €293 сейчас. Это сумка из натуральной кожи. Видите, это натуральная кожа. €259. Тоже из натуральной кожи эти сапожки. Внутри полностью все обшито кожей. На мой взгляд, очень удобная модель. Стоимость я не могу вам сказать, так как я сама не нашла, но если кого-то заинтересует, спрашивайте. Следующая идет вот такая вот сумка на каждый день. Очень мягкая. Внутри она сделана как вот подушечка. Приятно засовывать ручку туда. Внутри дополнительный кармашек. И стоимость этой сумки 141 евро. И 216 она стоила. Вот такие вот казачки, ну, классические, из натуральной кожи.
100% шерсть. Мне очень нравится то, что у этого бренда состав материала в основном все 100% шерсть. Очень красивые брюки, это шерсть и цвет очень красивый, сливовый. Как я вам и сказала, это 100% шерсть, 175 евро они стоят. €177 в данный момент это кофта. €149. Смотрите, 50% кашемир, 50% полиамид. Это хороший состав. Вот такое вот платье черного цвета. €121. Это кофта такого же цвета, как и штанишки сливового цвета. Можно взять комплектом и носить вместе. 177 евро. Такую кофту я показала вам в черном цвете. Спортивные вот такие вот штанишки. Достаточно плотные. 97 евро. Состав 100% хлопок. Это другие брючки. Ну, штанишки такие очень тепленькие. Черного цвета. Это другая модель. 127 евро стоят эти штанишки. Сейчас мы будем смотреть все, что представлено с левой стороны. Красного цвета и белого. 149 евро стоит этот свитер. Вот такие вот штанишки. Мне очень-очень нравится качество. Еще раз повторяю, впервые зашла сделать съемку в этом бренде, в этом магазине. И очень приятно, что качество меня очень радует. 129 евро стоят брючки. Вискоз 72% и полиэстер 28%. Вискоз тоже хороший материал. Красивый, необычный. €192. Вот такие вот штанишки красного яркого цвета. €116. Повторяю, что цены я называю, это уже цены аутлета. Эти штанишки точно такие же, как сливочного цвета, который я вам уже показала. Цена точно такая же. Вот такая вот воздушная стеганая сумочка. 68 евро. На самом деле она очень прикольная. Потом 68 евро, это недорого. И посмотрите, как она смотрится стильно. И также ее можно постирать очень легко.
Вот такая меховая сумочка. Сумочка-поцелуйчик. 110 евро стоит, 159 она стоила. Также есть ремешок-удлинитель. Еще вот такая вот сумка красного цвета. Красивые модели делает бренд Liviana Conti. €182, €279 она стоила изначально. Еще есть вот такая вот панамка меховая, €64. Как вот эта сумочка. Вот такой вот плед. 80% шерсть. 65 евро. Следующие тут вот такие вот брюки. 90 евро, это экстра скидка. Хочу сразу предупредить, что я уже эту съемку сделала примерно неделю назад и все опубликовала на телеграм-канале. Все, что на экстра скидках, возможно, уже не будет, потому что в тот день, когда я делала съемку, мне сказали, что еще 1-2 дня, и они уже все уберут, то, что на экстра скидках. И будет только то, что я вам показываю в данный момент. €237 этот жакет. Посмотрите, какой красивый цвет, бирюзовый. Видите, модель оверсайз. €138 и 100% шерсть. Это очень достаточно плотный материал, вот такие вот штанишки. Состав я вам сейчас скажу. Видите, они широкие. €163. Ткань достаточно плотная, поэтому мне самой интересно, что это за ткань. 100% шерсть. Это отлично, потому что, ну, видите, на осень и на зиму уж точно вы будете носить эти брюки. Вот это тоже интересная кофта. Очень нежная. Переход такой нежный, белый, голубой, зеленый. Очень красивый. И на ощупь она очень нежная. Видите, 67% мухар, полимит 36,3%. Но мухар это очень хорошо. Цена €143. Вот такие вот брючки. Тоже на резинке. Вот такой вот свитерок, очень тоже красивый. Ну, вы видите, какое здесь качество, 116 евро. Вот такие вот брючки. Немножко зауженные к низу. Ну что ж, дорогие мои зрители, на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи. С вами была Регина. И пока-пока.